Да, однозначно получилось. Однозначно изменилось, потому что, ну, эти знания частенько используются, и раньше они использовались куда в меньшей степени. Теперь это ежедневно просто. На самом деле выбор стоял из многих вузов, много где предоставляется возможность обучаться по этим направлениям, по этой профессии, по специальности. Но мой выбор пал, потому что это один из наиболее авторитетных, уважаемых вузов и предоставляющий хорошую материальную базу для изучения юридических наук. На самом деле очень интересно происходил процесс обучения. БГУ является ведущим вузом нашей страны. Он не боится внедрять новые техники и технологии в образовании. Я тоже достаточно рисковый человек, поэтому нам здесь оказалось по пути. Более чем, да, уровень знаний, разумеется, был ниже. После обучения в университете уровень знаний намного вырос, намного. В полной мере я получил ожидаемый результат. Мне, в принципе, все понравилось. Да, дистанционная форма на самом деле очень удобна. То есть ты обучаешься в свободное для себя время. Кому-то это дело удобно делать утром, кому-то вечером, кому-то ночью. И кто-то может по средам, кто-то по воскресеньям. Каждый выбирает наиболее удобное время обучения, и это на самом деле очень круто. Да, считаю, удобное для того, чтобы совмещать работу, учебу, личную жизнь. В принципе, очень хороший метод получения знаний. Да, конечно. Сегодня мы живем в мире цифровых технологий, которые проникают во все наши жизни. Поэтому, когда у тебя твой преподаватель находится в телефоне либо в планшете, который всегда с тобой, когда тебе удобно сделать задание в нужный момент, дома, даже на работе, это, конечно, удобно. То есть мое образование я получаю в своей повседневной жизни, не отрываясь от рабочего времени, не отрываясь от семьи. Да, пригодились для систематизации знаний те, которые у меня были, для дальнейшего развития в своей профессии, в своей работе, очень пригодились. Да, конечно, я работаю в банковской системе, поэтому юридическое образование – это тот фундамент, который мне необходим. Я ежедневно общаюсь с бизнесом, и мне очень радостно думать о том, что я помогаю и своим клиентам, помогаю и своим коллегам, и, конечно же, это помогает мне быть профессионалом в своей отрасли. Из веселого меня чуть не отчислили перед самым получением диплома. Затянул со всеми сроками и был практически отчислен, но вжуха я тут. Все самые любимые, особенно те, которые ставили четверки, то навряд ли. Да. Знаете, все преподаватели, хочу сказать, что очень молодцы. Они всегда нам помогали, были всегда на связи. В дистанционной форме трудно как-то установить личный контакт, тем не менее буду вспоминать всех.